В интернете становится все больше любителей профессионалов по VFX эффектам. На этот раз людей поразила работа автора канала Гром ТВ. Парень настолько реалистично сделал модельку машины из знаменитого мультфильма, что в первые секунды думаешь, что все по-настоящему. Но после анимации живого Маккуина в нашем мире понимаем, что это потрясающая работа графики и монтажа. Кстати, на его канале есть видео с подробностями, как был создан такой ролик. В итоге парень решил покататься с героем детства на дорогах и, добавив газу, Маккуин все-таки доказал, что он самая быстрая тачка. Причем в легкую уделав автора. Ну что, в следующий раз погоняемся с Доком Хадсоном.